9 мая не для меня, а для всего нашего российского и тем более советского народа имеет первостепенное значение. Это наш на сегодня основной, главный праздник всего народа. Ну, 9 мая для нас это священный праздник, к которому мы все время готовимся к параду и также учим всякие песни для исполнения. Хожу с портретом отца, хожу. Вот. Ну, а если вот когда не было, ну, просто у телевизора. Это праздник со слезами на глазах. У меня родители погибли на фронте. Я воспитывалась у родственников. Очень плохо жилось нам, детям, без родителей. Для меня праздник – это святой праздник. Ну, мне кажется, самый главный день Победы.